там глубоко очень. Здесь. Вот в этом колодце глубоко. Поясни. Мама, как? Так, откройте здесь. Вода относится. Суховато. Суховато, да? Хотя нет. А тут нет. Нет, а перетекает. А, пожалуйста. Вон сюда. А вон сюда поставить, идёт крепло, плевать, вон. А тут что это? Останется. Если случайно передавай, я не хочу. Давай. Надо его. Специально определенное место. Перекрестись. Ох, тут лёгко, Серёга. Интересно, наверное, пить-то можно. Серёга, какой. Ну, мы пошли. Да можно пить-то, Серёга, вообще. Подозрение на все. Оно же есть, чуть не за, вот целуют одну и ту же комнату, еще никто не заражается. А где-нибудь раз, ага, зашел в автобус и все, и был автобус больной. А там нифига, вот. Так бы святым бы не назвали бы его бы. Конечно. Если что-нибудь такое заражались бы, наверное. Очень глубоко. Да. Ну это там можно с собой эту взять, окунуться там можно. Ну это чтобы он как именно там собирается. Все. Ты сам, давай сейчас где там нажимать надо или? Покрестись. Я зафиксировал, что ты там лазаешь. До головы. Ну, а ты что, сплоснулась или что-то? Нет, ты что? Видачек. Ты попил, Сёк? Нет, я не попил, сейчас попью. А она это, такая прям как у нас, у деревков, вкусная. Там банка-то чья-то стоит, можно, наверное, взять-то её, не? Баклажку набрать, тут воды. Вот это стоит пузырек. Хорошая вода. Ну да. Он... Вот надо вот это вылить. Или что? Какая? Что это за стеклашка? Ты должен на место все укладывать. Ну это тебе надо вовку возьмешь, что ты не видишь. Да ну что, воду. Ну если я так, ну. А это надо своим вылить просто воду и обратно. Mm-hmm. Пеньков, пеньков маловато. Это. Нормально. Мама там шестилька. Не, я просто думаю, шестилька, но думаю. Да. Вы будете вино? А? Вино будете? Не, вино я не пью. У меня там есть в термосе свое вино. Каждый своё вино. А что вас отличается от синих мандатов? Вот, давай, Арина, я сейчас нарежу. Куда ножик? Ну. Сейчас вон тут вон они сейчас. Так, палец. А, это здесь вперёд? Я... Понеслось никуда. Двигай туда. Я так.